Есть ли еще вопросы? Сейчас. Давайте попробуем. Сейчас попробуем в другой микрофон говорить. Надеюсь, что будет лучше. Есть ли еще вопросы? Коллеги, есть ли еще вопросы? Коллеги. Еще раз просят, пожалуйста, повторить, почему не играли хоккеисты, о которых спрашивали. Привет! Талантливый защитник «Спартака» Александр Никишин не может получить медицинский доступ для выступления в КХЛ, хотя спокойно играл в прошлом сезоне. У него есть некоторые проблемы со здоровьем, но, например, в Европе врачи не видят препятствий для большого хоккея. А в России слишком осторожные. Но есть данные, что Никишин в октябре уже присоединится к команде Олега Знарка. Первый титул нынешнего сезона был разыгран в Москве. ЦСКА в овертайме уступил Акбарсу, и у Дмитрия Квартального уже есть кубок. И ЦСКА все равно удивил своим уровнем. Они готовы гораздо хуже соперника. В атаке не было ни одного иностранца, потому что не готовы. Место в воротах занял Александр Шрыченков, но все равно армейцы долгое время вели в счете. Сначала 1-0, затем 2-1. Уступили, потому что в Акбарсе пока все с настроением, все бегут, все бьют, все давят. Видели разрыв по статистике силовых приемов? 22-8 в пользу гостей. Понятно же, что это все зависит от формы. Квартальнов рискнул и выпустил на площадку Джастина Азвета и Найджела Доуса. Первый выходил на лед лишь в начале августа против нефтехимика, второй и в Россию приехал совсем недавно. Оба иностранца выглядели скромно, но потом организовали важнейший гол за 7 минут до окончания основного времени, да еще и очень красивый. А ведь они будут добавлять, а если устанут, то их есть кем заменить. Что касается армейцев, то свой уровень подтвердил Антон Слепышев, жаль только, что в его звене просели Галактионов и Голдобин. Бывший форвард системы Ванкувера вообще немного не понял, где он находится и против кого играет. Такое ощущение, что он пытался насладиться хоккеем, покататься в кайф, словно на дворе лето. С таким подходом у него возникнут проблемы, но думаю, что тренерский штаб быстро напомнит, что здесь все серьезно. Амур поехал в Череповец в экспериментальном составе. В составе хабаровского клуба много ребят из молодежной лиги, так как основной состав болеет, травмирован, а иностранцы до сих пор не могут въехать в Россию. Кажется, Павлу Торгаеву придется проходить серьезный экзамен прямо в первой встрече. Нападающий Виталий Абрамов, выступающий в системе Оттавы, будет выступать в финском Юкерите. Канадцы отпустили его до начала тренировочных лагерей. Наверное, из-за таких жестких условий возвращения Трактор не рассматривал кандидатуру хоккеиста. Хотя очень хотелось бы посмотреть на этого нападающего в нашем чемпионате. Последний сезон у Виталия получился неоднозначным. За первую команду он провел всего 2 матча, но успел забить, хотя на тренера это не произвело ровным счетом никакого впечатления. Да настолько, что в следующей встрече Абрамов провел на площадке чуть более 3 минут. Его посадили в запас после того, как тройка Виталия была смята соперником из Тампы. В фарм-клубе все было довольно неплохо, 41 очко в 51 встрече. Но там Абрамов был лидером, игроком, который проводит на льду много времени. Не случайно у него был лучший сезон по результативности за всю карьеру. Абрамов очень сильно старается и понимает, что ему надо компенсировать не самые выдающиеся физические данные старанием, техникой, нацеленностью на ворота. В АХЛ это получается, в НХЛ не всегда, но видите, Оттава не собирается с ним расставаться и ждет назад, когда начнется сезон. Значит, рассчитывают на хоккеиста. Никита Кучеров избежал серьезного сотрясения и сможет помочь Тампе в финале конференции. Напомним, что в последней игре он покинул досрочно площадку после столкновения с Харой. И последнее, самый дорогой игрок рижского Динамо Микс Индрашис. Если переводить его евро в рубли, то он будет получать примерно 1,5 миллиона. Это уровень Станислава Кацубы. Ну и таких денег хватило бы Нижнекамску, чтобы провести нормальную прямую трансляцию. До свидания. Здравствуйте. Ну он слабенький, мне тут
Трансляция лагать будет. Дергаться вся. Чего еще раз? Так. Тут желательно процессор помощнее просто, а графика не важна.